Последний раз в Ульяновской областной филармонии ремонт проводился в 2008 году. Зрители и артисты уже не надеялись, что «Ласточкино гнездо» города вновь коснется рука строителей и придаст зданию былой облик. Однако в ноябре этого года за счет бюджетных средств началась полномасштабная реконструкция учреждения культуры. Сама Ульяновская филармония на сегодняшний день является контролирующим органом, который сопровождает строительные работы. Перед началом ремонтных работ специалисты провели полное обследование здания и установили саркофаг для главного сокровища филармонии – органа. Залы совсем опустели, а концертная программа была перенесена в Ленинский мемориал. Ремонт здания продлится несколько лет. И неудивительно, список запланированных работ довольно обширен. Прежде всего, это усиление фундаментов горнобоевыми сваями, вертикальная и горизонтальная гидроизоляция, устранение аварийных мест и кровельные работы. В следующем году на проведение реставрации областной филармонии будет направлено свыше 10 миллионов дополнительных денежных средств. Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.